На экзамене студент вытягивает билет, сам его не знает. Вытягивает второй, то же самое. Третий берет, такая же ситуация. Итак, четвертый, пятый. Преподаватель так смотрит на студента, берет его зачетку, ставит ему трояк. Студенты возмущаются. Как? Ну за что? За что ему три? Преподаватель так смотрит и говорит, ну как за что? Ищет, значит, что-то знает. На экзамене студентка вытягивает билет, а сама не в зуб ногой. Начинает уговаривать препода. Ну, пожалуйста, ну хотя бы троечку с натяжечкой. Преподаватель так подумал и говорит, да нельзя мне с натяжечкой, женатый я.